Это новые круглые тоннели в Майнкрафте. Всем привет, ребят, с вами я, Зомбак. Сегодня посмотрим на новые необычные круглые тоннели. Вот такие персонажи, давайте покажу. Здесь у нас добрые, это Спанч Боб, Соник и вот такая маленькая ТВ Бэйби. А также синий радужный друг, который почему-то покраснел, и Бан-Бан, который стал зеленым. Очень необычный ролик, я думаю, нам понравится. Итак, идем к Сонику в желтый тоннель. Погнали! Эй, а ты кто такой? А ну посмотри на меня. А, ты же вонючка Джоэл! Отойди подальше, не надо со мной драться. А, куда я упал? Ребят, здесь какие-то игрушки лежат. Прикольно, конечно, у него карта в руке. Ладно, мы сейчас с ними разберемся, посмотрим, только сперва надо справиться с монстрами. Эй, вонючка, отлично, с ним мы справились, пойдем драться дальше. Мороженчик тоже сейчас у нас получит, отлично, мы пока с вами большие молодцы. У нас довольно все получается, и с первой комнаты мы быстро разобрались. Как вы видите, все монстры побеждены, а это значит, что мы можем отправляться дальше. Ага, конечно. Ключ нужно найти. Да, дверь у нас завешена замком, а это значит, что надо где-то в этой комнате найти ключ. Так, может быть, он завалялся где-то среди игрушек? Это было бы довольно легко. Так, надеюсь, мы его сегодня найдем вообще. Так, ключик, ты где? Пожалуйста, найдись. Игрушки со всех сторон. Опа! А я тебя даже не заметил. Это ведь маленькая ТВ Бэйби. Да, привет, собака. Спаси меня. Конечно. О, у тебя сундук есть. Давайте-ка мы, ребят, заберем тогда вот эту маленькую девочку ТВ Мэн, да, и поставим ее куда-нибудь сюда. Отлично. Будь тогда здесь, хорошо, никуда не убегай. Какая ты прикольная на самом деле. Да, она у нас добрый персонаж. Ну а мы идем дальше. Откроем эту дверьку. Пока-пока, давай. Прыгай туда в портал. А мы идем дальше смотреть на следующее испытание. Здесь нас ждет паркур. Нет, я упал сразу в лаву. Да как так-то? Говорили мне, будь аккуратней в этих испытаниях. Но я опять, как всегда. Так, поставим, наверное, точку возрождения и попробуем пройти еще раз. Так, получай. Отлично, перепрыгиваем сюда. Давайте, будем, короче, осторожней. Надеюсь, у меня получится пройти. Уже не с первой попытки, потому что я в самом начале свалился. Но, надеюсь, у нас сейчас получится. Так, фиолетовый, отлично, улетел. Так, здесь что, можно чаепитие устроить? У них, ребят, прямо из стены торчат блоки, на которых стол, стулья стоят. Вы тут что, чай пьете, что ли? Ха, прикольно, конечно. Ну ладно, отлично. Мы уже почти прошли испытание. Довольно легким оно оказалось. Все-таки, хоть я и не особо люблю паркур, потому что плохо по нему паркурят. Но сегодня у меня все получилось. Алмазы! Вау, ребята! Один стак себе всего возьму. Много мне не надо. Открываем дверьку дальше. Опа-на, монстров много, поэтому возьмем пушки все с собой. Идите сюда, здесь очень много миньонов, тут все миньоны и один добрый Соник. Вы что, Соника поймали? Он добрый. А ну-ка, все подошли, все на меня, все на одного. Так, здесь пилы крутятся, ребят, надо быть осторожней просто и не попасться в ловушку. Идите, миньоны, давайте, нападайте, что? Что встали-то? Давайте драться, монстры, я вас сейчас всех тут раскидаю, одолею. Отлично, да вообще легчайшие монстры. Сейчас с вами легко справимся. Так, пилу я не хочу трогать, она все-таки немножко островатая. И не хотелось бы, чтобы я попался в такую же ловушку. Соник, я тебя вытащу оттуда, не переживай. Сейчас вот этих монстров только сперва победим. Отлично, ребята, большие молодцы мы с вами. Мы справились. Соник, приветик. А, привет, зомбак! Наконец-то ты ко мне пришел! Ну да, я ведь ради вас всех сюда пришел, ради добрых персонажей. Пойдем со мной, давай-ка я тебя отсюда вытащу. А, куда-нибудь вот сюда поставим. Дальше ты уже, думаю, справишься и добежишь до портала, да? Да, я ж Соник, я пробегу сейчас по всему этому паркуру. Ладно, давай, удачи тебе, беги. А я пойду дальше, в следующую комнату. Открываем дверьку и здесь у нас... это что, из алмазов шары? Они сделали круглые шары в Майнкрафте, прямо из алмазов. Вау, прикольно выглядит. Здорово, зеленый Бан-Бан. Так, ну давай, зелененький, получай.
Да, такого мы редко видели в Майнкрафте. Вы посмотрите, это бан-бан и гзи только зеленого цвета. Ай, эта штука крутится? Так еще и катается по полу, надо быть осторожней. Так, ой, она на меня едет. Быстрее запрыгиваем наверх. Бамбалина, получай, поплавай в лаве. Вот туда, вот, отлично. Видали? Она горит. Я, правда, тоже немножко, но ничего страшного. Сейчас перестанем гореть. Так, перепрыгиваем сюда. Так, аккуратно надо здесь проходить, ребят. Потому что вы видите, она катается. Эта пила туда-сюда ездит и может меня попасть. Так что быть надо осторожней. Флаффи Пенса, сейчас мы тоже победим. Да как? А кто меня ударил? Я, походу, пилу все-таки задел. Потому что, видели, я споткнулся и упал в лаву. Эх, придется немножко погореть. Так, сейчас мы к Ниблеру пойдем. Иди сюда, Ниблер. На, получай, монстр. У меня заканчиваются тем временем патрончики. Так, что у нас здесь? Изумруды? Алмазов я много обычно нахожу, но вот изумруды, это круто. Мы их с собой возьмем, потом с жителями на алмазную броню поменяемся, да? Так, здравствуйте. Уау, что у нас здесь такое? Мам, длинные ноги, привет, как дела? Ладно тебе. Да что ж ты сразу-то дерешься со мной? Ну, получай, монстр! Давай-ка я с тобой разберусь, отлично. С ней справились. Осталась у нас еще бабка Гренни и вот этот вот дед страшный. Ой, дед да бабка, здрасте. Как поживаете? Будем драться? Ну, конечно, будем драться. У тебя еще все силы в тебе остались. Я думал, ты уже прям дед на пенсии, а ты какой-то сильный монстр еще. Отлично, ребят, мы здесь тоже, кажется, со всеми справились. А вон там дверь у нас сверху и... Что? А куда ведут эти двери? Подождите. А куда мне идти дальше? Так, ребят, я победил здесь всех монстров, открываю дверь. А, там ничего, там просто стена, которая еще и не ломается. Так, давайте подумаем, как же я могу пройти дальше-то на следующее испытание, потому что там еще кто-то есть, смотрите. И там у нас портал. Спанч Боб, нам нужно срочно к ним. Так, я понял, надо подняться наверх. Здесь вокруг дерева идет лестница, видите? Надо аккуратненько подниматься по кругу дерева. И упасть вниз. Ну, конечно, это в мои планы не входило. Так, на самом деле это непростое дело вокруг дерева прыгать. Так, все. Я поднялся наверх. Проходим на следующее испытание. Здесь лава опять? Да вы сегодня реально из меня шашлыки сжарить хотите. Издеваетесь, что ли, надо мной? Ну-ка, Монти, получи. Стоп, аккуратно. На тебе. А, давай-ка я еще Рокси тоже сразу победим. Давай, получай. Отлично. Привет, Спанч Боб. О, здорово, зомбак. Наконец-то ты пришел, чтобы меня спасти. Ну да, конечно. Я сегодня и тебя, и Соника спас, и маленькую ТВ Бэйби. Это очень круто. Пойдешь со мной дальше? Да, конечно, конечно, погнали. Пошли со мной, а мы идем смотреть. Ух ты, слева-справа везде лава. Будем осторожней. Так, перепрыгиваем, переходим и идем всех бить. На тебе, Бонни и аниматроники. Ванесса и Рокси Тора сейчас получите у меня. Чё думали, я с вами не справлюсь, что ли? Да я сейчас вот этой пушкой прямо всех победю. Отлично. Осталось у нас всего три монстра. Самый последний, это многоглазый. Вот такой вот спайдер, ну, паучок. И мопс-гусеница. Да, вы самые легкие, я думаю, будете. Сейчас я с вами справлюсь налегке. Ладно, не такие уж вы и легкие, но остался только последний с очень большим количеством глаз. Все, ребят, монстры побеждены. Спанч Боба ставим здесь. Что у нас здесь вообще в сундуках? Деньги! У-у-у! Мы разбогатели, ребята. Я заберу себе вообще все, что могу унести. Весь инвентарь себе деньгами набил. Все, погнали в портал. Возвращайся, ребяточки, обратно из тоннеля. Фу, это было действительно круто. Я надеюсь, это видео с тоннелями вам понравилось. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. А с вами был Зомбак и до новых встреч. Пока-пока.